Чё прыгаешь? Так, ну-ка, засчитают, нет? Трофей. Матерый. Ну вот, ранг трофея 2. Засчитают, нет? Все, засчитали. Two more wins, and I will finally earn the favor token. What? You already did it? Well, what's the point of me going hunting now? Get your ass out there and shoot some ducks. Then we can grill some duck burgers. Oh, your favorite burgers? Still not fair, but I have some bad news to balance this win. Что-то там про какие-то чемоданы шли разговоры. Hi, my name is Charlie Bird. I'm a photographer, and you've lost your suitcase and need me to find it. I'm really, really sorry. I know this isn't a part of your job. Очень долгий разговор у них был про чемоданы. Чемоданы где-то потеряли там. Ладно, сейчас отправимся искать. Поищите зацепки, которые помогут в поисках чемодана. Сейчас отправимся. Это в другую часть карты. Суть, смотрите, в прошлой серии я вот здесь вот на этой поляне, да, ну вот за этими елочками подстрелил оленя и зашел в игру, продолжил. Вышел вот к этому озеру, которое тут буквально в 200 метрах находилось, увидел этих уток и застрелил ее с крупнокалиберной, с винтовки, короче, застрелил, чтобы выполнить задание, потому что с ружья было далековато, я бы не дотянул, они бы улетели. Чтобы не промахнуться, я выцелил именно ту утку, которая мне нужна. Вот так я закрыл это задание. С помощью просто застрелил из винтовки. Кстати, вон там, вот здесь где-то водопой у лосей. Потому что здесь было два лося, было самец и самка. Они ушли куда-то туда. Но я не стал бы их стрелять, эту пару. Ладно, возвращаемся домой, берем машину и поедем уже. Смотреть, а что это такое? Нина's winning? Ugh, I have to get better if I want to win that crossbow. Так, а где у меня это? Сейф. Я хочу посмотреть, у меня сколько? 16 тысяч, я хочу посмотреть магазин. 22 калибр я хотел бы посмотреть. Это у нас 7 миллиметров, 243, 223. А там, по-моему, я 22 где-то должен быть. Вроде, если я не ошибаюсь. Вот, 22 ЛР. Вот такую бы надо купить как раз для этих, для мелкой дичи. Чтобы не с ружьем ходить, а именно с 22-м калибром самое оно будет. Куча, короче, здесь арбалет, луки. Я не помню, но их раньше, по-моему, не было. Или я уже просто не помню. Или добавили с дополнением. Честно говоря, уже подзабыл все это дело. Так, где там 22-й калибр-то? Ладно, на будущее буду знать, возьму. У меня сейчас при себе, значит, винтовочка Remington 783. И получается ружье, и все, да? Так, все-таки давайте я куплю вот эту винтовочку 22-й калибр. Купить. Она всего 1400 стоит. Снаряжение. Так, это манок на косулю. Это у нас манок на благородного. Но здесь их вроде нету. Так, это у нас чехол, да? А, нет, это у нас какой-то общий манок. Да, но это в основном хорошо. И в Африке хорошо он будет работать. Так, а это у нас барибал, шакал, кадьяк, лев, волк, бурый медведь, рыжая лисица, пятнистая гиена. Ну, тоже такой универсальный.
тоже универсальный. Где у нас? Давай возьмем вот этот простой. Ага. Значит, смотри, по карте смотрим. Ой, зачем я свет включил? Не то. Короче, мне нужно ехать вот сюда аж. Да, я сейчас поеду по дороге. Получается, выезжаю, да, вот сюда вот. Все, и ехать никуда не сворачиваю. А, вот здесь только налево. Все, поехали, там будет видно. Болото. Что же они там делали? Я не стал там вслушиваться в их разговоры. Уж больно долго они там трещали. Едем, получается, ну скажем так, по главной дороге, по лесной. И у нас будет поворот налево, на такой же точно дороге. На более мелких мы не будем сворачивать. Красота-то какая! Шикарная, шикарные места. О! Лоси! Смотри-ка! Вон там один шикарный лось был. А это что-то это... Не боится. Очухалось. Семейство лосей. Я, по-моему, в тот раз здесь... По-моему, здесь охотился. Что-то знакомые места. Вот здесь прямо место. Да, да, я в трассу здесь охотился красного лосей. Вспомнил это место. Вот сюда ходил, да. Так, у нас дорога будет налево. Все-таки, что там за чемоданы такие? Развилки пока не вижу. Мост. Да, я в раз по заданию как раз вот сюда пришел. Тут где-то еще вон там на горе, там, помните, была серия, где я там пришел на кладбище. Ну, не кладбище, там это памятник был, крест. Так, вот здесь мы налево уходим. И все, и дальше едем. Новая находка, охотничий лобац. Это вот, вот этот. Ну, тоже тут шикарные места тут. Открытые места. Лоси, карибы тут. Наверное, рузвельты выходят. Не знаю, медведи тут есть. Может быть, есть тоже. Гризли какие-то. Так, давай сверимся по карте. Давай вот досюда помечу.
Вот так. И уходим резко налево потом. Поехали. Ну, может быть, там пешком прогуляюсь. Посмотрим. На дороге нам оставлю машину. Можно будет прогуляться. Животных, если что, попадутся, пострелять. Теперь у меня при себе, ну, две винтовки. Крупнокалиберные, ну, скажем так. Обычные, точнее. Вот. И мелкашка, скажем так. Мало ли там гусей, уток каких-то, куропаток, индеев пострелять. Каких-то солидных трофеев выстреливать. Вау, у нас, кстати, парковка есть. Даже шикарно. Тут есть парковка, если что, можно и вызвать, да, ну-ка, она отмечена, эта парковка у нас тут. Как бы вот здесь, да, если что, можно всегда использовать ее. Пошли, здесь вот как раз мостик идет, туристическая какая-то зона, вон здесь костер. Новая находка, лагерь. Так, вот эту метку надо убрать, чтобы она не мешала мне, и поставить сюда, чтобы сориентироваться. Так, тут знак вопроса какой-то стоит. Подожди-ка. Ну-ка, ну-ка. Чуть-чуть вперед. Какой-то знак вопроса там маленький показан. Что это может быть? Вот здесь вот. Джеки Макович. Да, вон он. Лабазик этот. Так, дай-ка я на всякий случай винтовочку туда стану. С новым прицелом. Ну-ка. Вот это увеличение. Шикарно. Кстати, тут открытое место. Осторожней надо. Повнимательней. Вдруг тут животина. Какой-нибудь пасется. Какой-нибудь лось или бизон или медведь. Сейчас какие-нибудь тут, не знаю, может, трупы найдем. Как их могли вообще потерять? Типа кто-то ехал, я просто там вот не все читал. Их вот эти переговоры. Как они могли здесь потерять? Здесь дорога, типа дороги идет. Может быть, там где-то на дороге они валяются.
Так, у нас тут точка потребности или что? Давай посмотрим. Здесь у нас кряква питается. Здесь, значит, могут быть на водоеме-то они. Опа. Самолет. И следы тут еще чьи-то. Но это тоже кряква. This is no moose, but a caribou. How can he confuse those two? Короче, перепутали следы лося и карибу. Это след карибу, а не лося. Идем дальше. Самолет тут стоит. Смотри, там прикольные горы такие. Сейчас посмотрим. О, смотри, красота. Новая находка. Прибрежные поля. Шикарно. Красивое место. Очень красивое. Да, вот они тут следы. These must be Charlie's footprints. The lost suitcase, Prince. I am too good вот, at my след, job. Even две. Though this is not part of my job description. Идите по следам оставленных чемоданов. Давай посмотрим. Нам нужно найти в этой области. Вернуться, то есть в лагерь нужно. И там все обыскать. Ну что ж, хорошо. Но для начала давай подойдем к самолету. Прикольно. Когда я его еще тут увижу? Сейчас, погоди. Ну что, полетели? Садимся и поехали отсюда. Полетаем над озером-то. Что тут еще делать? Шикарный самолет. Супер. Так, ладно, иду в лагерь. Посмотрим. Надо там обыскать, да? Идите по следам оставленных чемоданов. Это мы идем. Блин, нам надо теперь эту площадку обыскать. Вдоль реки там где-то все обойти. Слушай, а вон он, чемодан-то, походу, синий. Вон он лежит. Тут, кстати, какая-то точка у нас. А, вот это, ну-ка. Тундровый карибу. Водопой. А, приходит, но редко. Ну что ж, будем знать. На карте мы его пометили. Вот он, этот чемодан-то. Он один тут. Поднять чемодан. Чё там? Суткейс слишком тяжелый. Тяжелый. Машину... Да блин, ты серьезно? Ты что, кирпичи наложили или золото? Сходите за ближайшую парковку. Да ядрить. Вы что, серьезно? Вы издеваетесь? Ну пошли. Пошли. Давай уберем. За машиной. Бежим за машиной. Я сюда могу ее вызвать? Или прям надо прям туда бежать? Ну-ка. А, понял. А что ее вызывать? Вот она же стоит. Просто я думал, сюда можно вызвать. Нет, это просто указатель. Что они, интересно, туда наложили? В эту машину, что... Ой, в этот чемодан, что его даже поднять невозможно. Поднимите, подгоните машину к чемодану. Так, ну, подогнал. Все. Там он или нет? А его там нет. А что у меня
рассказывайте сказки. Отвези чемодан к домику. Я не вижу чемодана. Куда оно удел-то? Смысл было туда поднимать. Хоть бы как-то отрисовали бы его. Ну, так было бы прикольнее же. Короче, везем чемодан. Вот сегодня такая у нас охота. Как таковой-то ее, по сути-то, и нету сегодня. Сегодня мы просто занимались поисковыми работами такими. И любовались местными красотами. Так, нам на развилке уходить направо. Повезет, я где-нибудь у лося запримечу. Где-нибудь на равнине. Подальше. Пока не видно. Так, вылез, оглянулся, но чисто, никого нет. Это охота, вот в плане сюжета, конечно. Да, она вот неспешная, как бы. День охотой занимаешься, день еще какими-то делами. Туда съезди, посмотри, сходи туда, что-то найди. Да, там вот как в первом заказнике я играл, да, там пацана какого-то надо было найти, там еще что-то. Но, может, ну, погрузки какие-то. Может быть, еще кого-то и подстрелю. Сейчас будем проезжать там открытый участок места, где я на лосей в свое время охотился. Может, там лоси повезет мне. Сейчас надо поосторожнее с горочки-то. И так осмотреться, мало ли тут животин где-нибудь пасется, чтоб не спугнуть. Опа! А она тут была, животина-то. Возможно, даже те самые лоси. Вон они, да, лоси. Были, я их спугнул. Взрослый. Все убежали. Отжить, блин. Они меня услышали все-таки. Куда-то туда чесанули. А вон там еще одна группа. Ты смотри. Почти 300 метров. Почти 300 метров. Слушай, давай я все-таки попробую добыть хотя бы еще одного трофея, потому что первую утку, ну, я ее не считаю как за таковой такой прям серьезный трофей. А вот добыть лосишку попробую. Посмотрим там по экземплярам. Может быть, даже и старую самку какую-нибудь выбить можно будет, чтобы
Ну, время, скажем так, ее пришло. Посмотрим. Если получится сейчас подойти, потому что тут передо мной пригорок какой-то получается. Это другие уже лоси, другая группа. Потому что эти-то чесанули, а те стоят спокойно кушают. И я их пока не вижу. Так, давай-ка воспользуемся. Блин. Не очень хорошее место у меня, потому что они находятся в такой зоне. Вон утки полетели. Мне нужно брать левее, потому что если я буду идти вот сюда вот по прямой, я выйду прямо в упор на них, и они меня просто услышат. Они так близко, но не подпустят. Сейчас попробую обойти, если получится, то продолжим. Да, есть матерая самка, 150 метров. Давайте будем брать ее. Я ее буду забирать там. Эту именно матерую. 150 метров. Станция. Ну, пошли посмотрим. Да, они там ломанулись, щеманулись. Насколько я удачно попал или нет. Старую самку решил выбить. Она уже старая. Молодые пускай растут дальше. И размножаются. Но я надеюсь, получилось ее забрать. Пока непонятно. Сейчас посмотрим по следу. Вон они там носятся. По-моему, вторая группа там уже. Так, редко, водопой редко. Я пока не вижу кровь. Я что, неудачно попал в животное, аляскинский лось. Кровавый. Розовый достаточно. С пузырьками. Ну все, отлично, с пузырьками это хорошо, значит... Значит, ляжет. Все, вижу. Блин, далековато она тут бегала. Метров 200 она пробежала тут. Вот она лежит, самка. Может быть, я не совсем удачно попал, кстати. Сейчас проверим. Да нет, нормально. В легкое зашло. Отлично. Левое, легкое. Да, отлично. Старое животное, поэтому я решил ее забрать. Матерая самка. Ну, старая уже. Матерая. Получим 423. Давай. Отлично. Все, возвращаюсь к машине. Она тут, блин, она петляла, она там выбежала, пробежала вот по этому перелеску, вернулась к реке и уже от реки сюда чесанула и легла. Пошли к машине. Довезем этот чемодан. Новая находка, парковка. А где именно? Я тут знака никакого не вижу. А, вот. Чего себе, тут тоже парковка есть, оказывается. Так а чё, если я вызову сюда транспорт-то? Не, блин, не буду рисковать. Вдруг слетит задание. 300 метров добегу. Всё, едем. Мясо я добыл. Чемодан нашел. О, группа оленей. Карибы. Сшибать не буду. Блин, да он сам в меня врезался. Даже заморгала эта машина, что-то заморгала.
А вот меня могли еще штрафануть, да? Да уйдите вы, что творите тут? Вон он, Грамон. Сами под колеса кидаются. А вон там, кстати, еще большая группа. Почему машина моргает? Ну-ка, 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 погоди-ка, мне же не кажется, это же... Тундровый Карибу, да, уходит 200 метров. Ну ладно, как-нибудь в следующий раз. Считай, эти прямо возле дома паслись. Чуть забор не сюда. Так, ну и что? Он как бы при мне, да, я надеюсь. Чемодан, так, куда его отнести? Прямо в дом зайти? Так, а дальше куда? Это быстрое перемещение. Отвезите чемодан к домику и оставьте его внутри. К домику. Подожди, к какому домику? Может, я не сюда приехал? Может, мне не сюда надо было? К какому домику-то? А, я не сюда приехал. Мне вообще не сюда надо было ехать. Ладно, я тут потерял сколько? Ну, километр. Мне нужно было вот на этой развилке влево уйти. Вот здесь вот. Я что-то подумал, домой надо ехать. К домику. Другую часть карты. Так, ну ладно, это уже будет в следующей серии, ребят. Это я тут маху дал, что-то я не посмотрел внимательно и уехал домой в итоге. Я думал, домой надо. Ладно. В следующей серии продолжим. Сейчас лося выгружу. Да. Ну а так бы я лося не добыл. Я бы ушел бы в сторону и не добыл бы лося. Потому что лося я добыл вот в этом месте. А я бы уехал влево и лося бы не добыл. Так что ничего зря не бывает. Значит, все нормально. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.